Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем интересную самоделочку из обрезков дерева. В данном случае это дуб и береза. Самоделочка действительно очень полезная и нужная в мастерской. Ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра!
Итак, друзья, вот такая деревянная киянка сегодня получилась. Да, немножечко заморочился в плане того, что сделал сердцевину из дуба по краям березы. Но, как говорится, для себя можно и заморочиться. Также сегодня протестил свой новый токарник, новые резцы. Все замечательно. Также прошу, не судите строго, потому что я начинающий токарь, и, возможно, какие-то операции выполнял неправильно. Напишите в комментарии, поправьте меня, буду очень признателен. Также напишите, интересна вам такая тематика или нет. Можно сделать еще несколько проектов на токарном станочке. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!